Дорогие мои старики, так уважительно и с любовью депутат Моторовец Михаил Молчанов называет подопечных городского гериатрического стационара, над которым он шествует почти 15 лет. Сегодня он снова побывал в этом учреждении и поздравил участников Второй мировой войны с Днем Победы. Нынешний заезд в городском гериатрическом стационаре состоит из ветеранов, которые более 70 лет назад защитили нашу страну от фашистских захватчиков. У депутата городского совета Михаила Молчанова особое отношение к таким людям, ведь его дед и 4 дяди были участниками Великой Отечественной войны. Мы вас всех уважаем однозначно, любим, мы гордимся вами. Мне очень приятно находиться в вашем коллективе, когда я вижу боевые ордена на вашей груди. Вы являетесь примером для нас и примером для наших детей, для наших внуков. Вот. Здоровья вам всем и благополучия. Конечно, депутат Моторовец пришел к своим подопечным, над которыми он шествует почти 15 лет, не с пустыми руками. Каждого из этих заслуженных людей ждал тяжелый пакет с продуктами. Впрочем, по словам заведующей гериатрическим стационаром Оксаны Ковалевской, подарки от Михаила Молчанова начались еще вчера. Они начались еще вчера, когда наши подопечные смогли на автобусе, выделенном Михаилом Николаевичем, приехать в ДК «Орбита» на праздничный концерт. И сегодня испеть песни вместе с ним, и услышать теплые слова. И он, как ангел-хранитель для нашего гериатрического стационара, мы всегда можем на него положиться и всегда знаем, что будет всегда нам помощь. В свою очередь, подопечные гериатрического стационара подготовили для своего гостя душевный концерт, в котором спели даже частушки. Запишусь я в партизаны, я и там не пропаду. Я девчонка молодая, в санитарке попаду. А когда Михаил Молчанов пригласил всех собравшихся на праздник, посвященный Дню Победы, который пройдет 9 мая на площади перед Музеем техники Богуслаева, бравый полковник Геннадий Михайлович Поликарпов спросил, не опасно ли ему прийти на это торжество с орденами и медалями. Не вздумайте ни один орден себе. Да, о чем вы говорите? Я летчик-истребитель. Тем более, что вы летчик-истребитель. Бывшая военная санитарка Мария Прокофьевна Елхимова поблагодарила Михаила Николаевича за все, что делает предприятие «Моторсич» для запорожцев. «Моторсич» отремонтировали 25 трамваев. Если бы каждый завод отремонтировал 3, мы бы жили прекрасно. Трамваи очень хорошие. Я их каждый день вижу со своего окна. «Моторсич» – любимому городу. По словам врача-терапевта Андрея Злотаря, гериатрическому стационару очень повезло, что над ним шефствует депутат «Моторовец» Михаил Молчанов. Недаром мы Михаила Николаевича между собой называем Архангелом Михаилом, который всегда приходит к нам на помощь, когда бы мы к нему не обратились. А завершилась эта дружеская встреча фотографией на память и обещанием депутата Молчанова обязательно устроить для подопечных гериатрического стационара экскурсию в Музей техники Богуслаева.